сформированным звуком я играю через процессор. Через процессор Boss GT100. GT1000 у меня появился. Вот взялся изучать с интересом. Да, интересный, но GT100 лучше для меня. То есть поиск нового звука у меня как-то вот прекратился. Я очень много с этим работал. У меня и старые процессоры все живы, и Roctron первый, американский еще, Chameleon, и Prophecy все стоят, и еще какие-то вещи есть. Так тебе музей процессоров надо? Ну зачем музей? Они, кстати, актуальны, я их иногда включаю, думаю. На них многие альбомы звучат, и они работают до сих пор.